Надо наслаждаться последними днями лета. Мария Ильина пришла на пляж с внучками, чтобы хоть как-то спастись от жары. На дворе конец августа, но вода по-прежнему теплая, при этом хорошо освежает. Ну, спасение от жары и лета – это жаркое же удовольствие для детей. Не останавливают многих от купаний странный цвет воды, ярко-зеленый. Озеленение воды – это естественное природное явление, которое можно наблюдать в конце лета в жаркие дни. Теплая вода, много ярких солнечных лучей – это хорошие условия для размножения микроскопических водорослей. В такой период санитарные врачи, экологи купаться не рекомендуют. При цветении качество воды значительно ухудшается. Кроме водорослей, в ней размножаются и различные микробы. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и сейчас ждут результатов анализа, по которым будет ясно, можно купаться в такой каме или нет. Я бы купался, потому что это признак ухудшения качества воды. В том числе по микробиологическим показателям, потому что наличие этих водорослей не улучшает микробиологию воды в реке Кама, в районе пляжа. При выходе обязательно вот воду с собой таскаю, чтобы умываться хотя бы минимум тела своего, огородить от этой зелени. Нет, не пугает цвет воды, абсолютно. Наоборот, охота купаться, последние дни провести прям в отличном настроении. Сейчас тяжело людям преклонного возраста. По словам председателя местного отделения Союза пенсионеров, многие сидят по домам, либо разъехались по дачам, но и там лишний раз на улицу не выйдешь. Работать на грядках получается только по вечерам. Не выдерживает, давление поднимается, здоровье ухудшается, понятное дело. Ну вот каким-то образом надо выходить, ну и тяжеловато. По словам метеорологов, август в этом году аномально теплый. Среднесуточная температура сейчас на 6-7 градусов выше. Над европейской частью России навис тот же антициклон, который царил летом 2010 года и никак не хочет уходить. До конца этого месяца, это абсолютно точно, у нас будет аномально жаркая погода. Но вот по прогнозам гидрометцентра России, вроде бы как бы в конце недели там уже смягчение жары будет. Это где-то будет в пятницу, субботу. Но все равно это будет достаточно высокий тип. И самое главное, по-прежнему нет осадков. Метеорологи обещают сухой и теплый сентябрь, но эта информация может быть скорректирована. Ну а пока врачи рекомендуют в жару больше пить, меньше времени проводить под палящим солнцем, носить головные уборы. Алмаз Кашев, Максим Липин, новости НТР.